свет, тоже это исторический, мы нашли в архивах, что был куплен, ну, белое это и звездкой красили, а, значит, зеленый пигмент был использован, то есть, значит, расцветка была, раскраска двухцветная. Кафедральный собор святых Петра и Павла, первая православная церковь Барнаула, главный храм Колывано-Воскресенского горного округа. Один из авторов проекта по восстановлению этого известного исторического здания, протоиерей Георгий Крейдун, после заседания Градсовета на площади Свободы или бывшей Соборной, месте, где 2,5 века назад и возвели собор в рекордные сроки. Сначала церковь была деревянной, затем каменной в стиле барокко. В сентябре этого года, рассказывает священнослужитель, благодаря Демидовскому фонду удалось найти проект строительства этого храма. И когда нам подарили этот альбом, мы стали листать и нашли проекты Петропавловского собора в городе Барнаула, построенный на Демидовских, на бывших Демидовских заводах. Представляете, какое чудо. То есть теперь у нас совершенно никаких нет сомнений о том, каким был собор в первую свою историю, ну, первый период своей истории. По мнению Георгия Крейдуна, Петропавловский собор – ангел-хранитель Барнаула, и его нужно воссоздавать на исторической площади. Но епархия не настаивает на том, чтобы строительство велось именно на фундаменте старинного храма, который обнаружили во время раскопок в 2019 году. Эскизный проект, разработанный архитектором Александром Дерингом, сводится к стройке на участке бывшей соборной, свободном от памятников. Я, конечно, за то, чтобы его воссоздать. И воссоздать его, наверное, в первоначальном виде, в каком он был. Да, это, наверное, это я как профессионал, во-первых, поддерживаю своих коллег, которые так сказали. Это городская доминанта историческая. Она должна быть воссоздана. Нам очень важно передать историческую память, да, следующим поколениям, которые пойдут за нами. Между тем, представители Алтай-Охранкультуры, осознавая историческую значимость объекта, считают, что возводить собор нужно не только в историческом месте, но и в исторических габаритах. Однако такой вариант совершенно отверг барнаульский архитектор Сергей Боженко. По его мнению, строить сегодня храм в зоне общего пользования, с одной стороны, не позволяет действующее законодательство, с другой, площадь Свободы слишком мала для кафедрального собора. Кафедральный собор – это самый, должен быть самым крупным собором в городе, вот, или в субъекте федерации. И в нем должен служить сам владыка. Это называется кафедральный собор. Значит, территория для храмов, тем более для кафедральных соборов, она должна составлять несколько гектаров. Участники Градсовета, как и в прошлый раз, сошлись во мнении лишь в том, что вопрос места для возведения Петропавловского храма требует дальнейших обсуждений. В епархии же подчеркнули, что строить будут за счет меценатства. Нам подобает возродить нашу святыню. Ведь вопрос не только о том, чтобы выжить сегодня и насытиться хлебом, это все важно. Но важнее всего и теперь для того, чтобы Россия стояла и сохранялась, возрождение святынь, порушенных святынь особенно. Добавим, Петропавловский собор просуществовал больше 150 лет. В 1935 году был разрушен. И вот уже как несколько лет в Барнауле обсуждают идею его возрождения. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком.